Добрый день! Сегодня мы хотели рассказать вам о буднях и праздниках нашего лета. Мы – это Оксана и Коля. И наш воспитатель Мария Валерьевна. Жизнь детей никогда не бывает однообразна, ведь они познают мир. И задача воспитателя – направить это познание в нужное русло. Каждое лето мы работаем по программе «Тепло дома». Воспитатели стараются построить жизнь детей так, чтобы они крепчали не только физически, но и развивались нравственными и творческими гражданами нашей страны. Мы дети России, и поэтому для нас очень важно знать и помнить историю страны. Главный патриотический праздник – это День России, и мы отметили его 50-м посещением воинских мемориалов. Для меня тема войны и воинской доблести очень важна. Я выбрал себе профессию защищать Родину. Я очень хочу стать военным. Моя Россия, моя страна, ты так красива во все годы времена. Моя Россия, мои друзья, дай Бог нам силы, мы вместе одна семья. Сколько можно вечно спорить ни о чем? Сколько можно воду черпать вечно то, где тот ветер, что расправит крылья мне и моей стране. Моя Россия, моя страна, ты так красива во все годы времена. Моя Россия, мои друзья, дай Бог нам силы, мы вместе одна семья. Моя Россия, моя страна, ты так красива во все годы времена. Моя Россия, мои друзья, дай Бог нам силы, мы вместе одна семья. Моя Россия, моя страна, ты так красива во все годы времена. За плечами каждого из наших ребят трудные времена. Часто души мальчишек и девчонок замусорены житейскими проблемами и обожжены болью и обидами. Находясь в центре, они начинают оттаивать и раскрываться. Многие впервые осознают, что старшие – это духовная и душевная поддержка, и что есть люди, которым ты не безразличен. Мы только здесь поняли, что взрослый может быть другом, с которым поделишься самым сокровенным. Мы учимся быть людьми добрыми, веселыми, дружными, воспитанными культурами, и на этом пути всегда с нами наши воспитатели и специалисты центра. Нечаянно даже смажет все вокруг печалью и сажей, то, конечно, белый свет мигом потеряет цвет. Будут все цветы тогда без цвета, рисунки и мечты, весна и лето, и, наверное, совсем станет грустно, грустно всем.
лето веселым и радостным, если в нем нет спорта. Ежедневная зарядка, веселые старты, катание на самокатах. Танцевальные конкурсы, флешмобы – все это наши будни. Они с удовольствием занимаются лепкой и рисованием. Даже если не очень хочется лепить, всегда интересно сделать что-то с малышами. Но если честно, лепить и красить у нас больше любят девочки и малыши. Не мужское это дело. Скажи, скажи, художник, какого цвета дождик и утренний под солнце апельсин? Возьмем из доброй сказки все солнечные краски. Человека, поэтому естественное трудовое воспитание занимает одно из ведущих мест. Ребята, живя в центре, учатся работать, чтобы никогда снова не оказаться на дне общества. Ведь тот, кто умеет работать, способен преодолеть любые препятствия и трудности. Самое приятное занятие летом – уход за огурцами.
потому что всегда есть возможность сесть и гулять. Заниматься прополкой не очень интересно, зато потом приятно смотреть в большие клумбы. Ребята не знают, что такое дружная и крепкая семья, но несмотря на это, мы объясняем им, что семья – это главное в человеческой жизни. Лежит передо мной игрушек куча, но всем уже давным-давно известно, что мне одной играть довольно скучно и совсем-совсем неинтересно. Большое внимание в нашем центре уделяется экологическому воспитанию. Очень хочется, чтобы дети научились жить в гармонии с природой. Мы все время находимся на воздухе. В нашем центре замечательная зеленая площадка.
Очень многие вещи нам было бы сделать труднее, а иногда вообще бы не получалось, если бы не помощь наших друзей. Рядом с нами всегда находятся друзья центра. Они готовят или оплачивают многие интересные праздники. И очень часто привозят вкусные подарки, проводят кулинарный мастер-класс. Мы сами делаем вкусняшки и все вместе весело их съедаем. В мире будет больше радости, если будет больше сладостей, лимонада и пирожных, шоколада и конфет. Это просто наслаждение, это просто объедение. Для детей на целом свете ничего вкуснее нет. На клубничное варенье поднимает настроение. Вместо щеки маны каши будем есть его всегда. Шоколадные конфеты нам заменят все омлеты. Только взрослым мы об этом не расскажем никогда. В мире будет больше радости, если будет больше сладостей. Море вкусной карамели, сладкой ваты облака. Будем вафли есть и пряники, взрослые, не надо паники. Будут целы наши зубы, знаем мы наверняка. На клубничное варенье поднимает настроение. Вместо щеки маны каши будем есть его всегда. Шоколадные конфеты нам заменят все омлеты. Только взрослым мы об этом не расскажем никогда. В мире будет больше радости, если будет больше сладостей. В каждой плитке шоколада удовольствие секрет. Будет мир наполнен сладкими пастилой и мармеладками. Для детей на целом свете ничего вкуснее нет. На клубничное варенье поднимает настроение. Вместо щеки маны каши будем есть его всегда. Шоколадные конфеты нам заменят все омлеты. Только взрослым мы об этом не расскажем никогда. Поднимает настроение. Вместо щей и манной каши будем есть его всегда. Шоколадные конфеты нам заменят все омлеты. Только взрослым мы об этом не расскажем никогда. Только взрослым мы об этом не расскажем никогда. Пусть
Наше лето было веселое и интересное. Мы надолго вас запомним. Спасибо за внимание.